Да из-за чего тут-то? Ну вот это вот уже по новостям вам покажут. Надо детейл делать всегда. И получается, что здесь немножко с горы идет дорога. Может, нам надо правый ряд, и не думал об этом. Да, не будем. Ты думаешь, это лодка виновата? Там чей-то лежит этот. А ты не включил 4 ведущих? Да. Ну дай зеркало. Нормально, нормально, все. Правильно, тут дядька делает, что перекрывает. Пойти может забрать колеса, вот запаски хорошие. Так, значит, этот пикап, он тудух, лодка тыдыш, она такая тыдыш, отлетела. Это лодка наделала. Все, да, это вот это дышло, тыдыш. А потом трак увидел и сказал. А, дышло, отломалось. Да, да, трак такой, а ты посмотри, такая лодка сломалась. А этот потерял даже рулевую. Давай вот. Заберем колеса хорошие. Вот это вот DOT, короче, он не пройдет. Не хочешь колеса отобрать? Не, не хочу, смотри. Даже такое думать стыдно. А он этот самый. Смотри, тот только зашел. А это что? А этот вез, смотри, вон эту грифера какого-то. Где-то тут, значит, этот. Ой, машинка, глянь, какая маленькая зашла туда. О, не дай бог такое, ребята, чтобы это. Смотри, как машины разбивают, прям просто разбивают сильно. Не дай бог, ребята, попасть в такое вот. Вот так вот в Тексасе очень они. А ты заметил, тут хорошая дорога, а все уже так. Это уже где-то майлу проехали, но похоже, что в расстоянии 4-5, может 6 майлов.